университет қауым. Пленер таза ауадағы жүздесу атты көрменің салтанатты ашылуына қош келдіңіздер. Сегодня у нас происходит и очередное замечательное событие. Открывается новая выставка. И эта выставка открывается по итогам интересного, уже всем вам известного областного художественного проекта под названием «Пленэр 2024». И этот проект сегодня, он уже вошел во свой второй этап, и сегодня открывается выставка под названием «Пленэр. Открытый воздух общения». Көрмеге 40-тан астам жұмыстары қойылды. Пленэр 2024 жобасының қатысушылары, қостанайлық сөрушілердің жұмыстары. И в этом году участниками данного проекта являются Вадим Вячеславович Быков, председатель правления Кустанайской областной организации Союза художников Республики Казахстан. Я прошу всех участников. Андрей Викторович Арискин, член Союза художников Республики Казахстан, художник-живописец. Извините, вот теперь громко. Надежда Александровна Яковлева, член первичной Кустанайской областной организации Союза художников Республики Казахстан, художник-живописец. Оксана Олеговна Тренина, художник, преподаватель художественной школы имени Александра Ивановича Никифорова. Олег Витальевич Кусков, известный кустанайский художник-живописец. Мармалиди Иван Иванович, известный фотограф Кустаная. Аплодируем. И участник из города Лисаковска, художник Николенко Алина. Көрмеге жобаның қатысушы суретшілердің де жұмыс істеген авторларын да жұмыстары қойылды. И это следующие художники. То есть в данном, я называю сейчас, уважаемые друзья, автором выставки «Пленэр. Открытый воздух общения». Баталова Баян Жолдыбаевна, член Союза художников Республики Казахстан, художник-скульптор. Медведева Светлана Викторовна, член Союза художников Республики Казахстан, преподаватель художественной школы города Рудного. Надеяна Галина Петровна, член Союза художников Республики Казахстан, преподаватель художественной школы города Рудного. И известные художники, неоднократные участники наших областных выставок. Чернушка Анатолий Петрович и Леонов Владимир Григорьевич. Сөрушілердің түрлеріне Қазақстанның әнші маржаны Қостанай облысының көрікті жерлерінің бірі Науырзым қорығында табиғат саяхат ұйымдастырылды, мақсатында өтті. Олар географиялық қарама қайшылықтарының табиғи мұражайларында ерекше орындар алды. Оларға сан алуан пейзаждар ұсынылды. Бұрынғы көне Тұран теңізінің түбегінде өскен атақты реликтің қарағайлы орман, далалы көлдер және жұмбақ терсек. Сөз кезегі Қостанай облыстық әкімдігінің мәдениет басқармасының орынбасары Әбдірахман Меліс Бейбітұлына беріледі. Қайырлы күн, құрметті жиналған қауым. Бүгін Қостанай облыстық тарихи өлкетану музейінде кезекті біздің іс-шарамыз өтіп жатыр. Бұл әрекет біздің Қостанай суретшілерінің «Пленэр. Таза ауадағы жүздесу» атты көрмесінің ашылуы. Бұл мәдениет басқармасымен, яғни басқармасымен деуге болады. Әрине, бұл ең бастысы бізде осы Қостанай облыстық тарихи өлкетану музейінің жұмысы, ең бастысы солардың ұйымдастырған «Пленэр 2023 арт жобасының заңды жалғасы деп айтуға болады. Ол біздің жобаларымыздың тағы бір түрі. Бұл «Пленэр» жобасы әрине бізде жыл сайын өткізіліп тұрады. Жобаға қатысушылардың жұмыстарын көрмелерге ұсыну да жақсы бізде дәстүрге айналды. У нас каждый год художники определяют район Кустанайской области, куда они едут, чтобы поработать над открытым небом и запечатлеть живописное местной красоты
природы. Это уже 16 по счету у нас областной пленэр художников. Он проводится у нас с 2009 года. В этом году художники побывали у нас в жемчужине Кустанайской области. Это у нас в Наурызымском заповеднике Наурызымского района. И теперь виды пейзажей Наурызыма зритель видит в работах художников, участников проекта. Также на выставке представлены картины художников, которые работают вне проекта, то есть это самостоятельно. Работы интересны по разнообразию исполнения. Здесь представлены живопись, акварель, керамика, графика. Конечно, хотелось бы поблагодарить авторов выставки за творческий подход, за талант и умение преображать и передавать очарование окружающей природы и мира в целом. Благодарю, конечно же, вас, уважаемые участники художественного пленэра, за творчество и поздравляю всех с осуществлением данного проекта. Әрине, ең басты бізде әрқашан осындай жобаларымыз көп болсын. Барлықтарыңызды осындай біздің жобамызға әрқашан осындай үлестеріңізбен атсалып жүргендеріңізге көп алғысымды айтамын. Рахмет. Майлз Бейдер, товарищи, внимание, не уходите. Я прошу вас сейчас вручить сертификаты участникам данного проекта и данной выставки. Итак, сертификат вручается участнику областного художественного проекта «Пленэр 2024» Быкову Вадиму Вячеславовичу. Сертификат участнику вручается Арискину Андрею Викторовичу, художнику-живописцу. Сертификат вручается художнику Яковлевой Надежде Александровне. Не забываем, вот она память. Сертификат участника проекта вручается Трениной Оксане Олеговне. Сертификат вручается художнику Кускову Олегу Витальевичу. И вручается сертификат известному кустанайскому фотографу Мармаледе Ивану Ивановичу. Иван Иванович, ваши фотографии просто внесли неповторимый, как говорится, акцент нашей экспозиции. Аплодисменты вам. И сертификат вручается самой молодой участнице, Николенко Алине Сергеевне, город Лисаковск, преподаватель художественной школы города Лисаковска. Сертификат вручается художнику-скульптору за участие в выставке «Пленэр. Открытый воздух общения» Баталова Баян Жолдыбаевне. Аплодисменты Баян Жолдыбаевне. Сертификат вручается, но здесь сегодня к нам не приехали, город Рудный, я просто озвучу. Дмитриева Лариса Геннадьевна, Медведева Светлана Викторовна и Надейна Галина Петровна. Но еще не уходите, мы вас просим вручить для наших особых гостей, почетных гостей сегодня, благодарственные письма. Благодарственные письма вручаются представителям замечательного нашего заповедника. Нас встречала великолепная Мария Александровна. Сейчас у нас здесь директор, и конечно, мы пригласим его. Я просто озвучить хочу, что сертификат Алгысхат вручается Марии Александровне, замечательному экскурсоводу и заслуженному работнику Наурызымского заповедника.
Сертификат вручается, очень нам помог в нашем проекте в осуществлении. Еламан Казиханулы, заместитель директора Наурзумского заповедника. И сейчас я хочу пригласить сюда к нам для вручения директора Наурзумского заповедника государственного Дулата Гауэсхановича для вручения благодарственных писем. Диночка, все благодарственные письма для нашего директора. Дулата Гаусхановича, во многом этот проект осуществился не только при поддержке областного управления культуры и областного Кустанайского музея, но а также, конечно, это всегда во многом зависит от встречающей стороны, от принимающей стороны. И сейчас я хочу еще раз лично от себя поблагодарить директора Республиканского государственного учреждения Наурзумский государственный природный заповедник, Комитета лесного хозяйства и животного мира, Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Койлыбаева Дулата Гаусхановича. Дулат Гаусханович, я хочу пригласить вас к микрофону. Уважаемые гости, сегодня рад участвовать в такой, как бы сказать, атмосфере культурной. Узнаю свои родные места по впечатлениям действительно работы. Яркие, красивые, то есть узнаваемые именно в тех местах, где работаю, вижу и действительно отражают ту красоту. И спасибо вам за вашу работу. Уважаемые гости, ну и, конечно, одним из постоянных участников данного проекта пленэр, ну в этом году он каждый год называется по году названия, пленэр 2024, является художник-живописец, член Союза художников Республики Казахстан, участник республиканских и международных проектов, председатель правления Кустанайской областной организации Союза художников Республики Казахстан Быков Вадим Вячеславович. Всех приветствовать. Для художника, ну и, наверное, для любителей изобразительного искусства, любая выставка – это большой-большой праздник. Вот. Ну, не исключение, конечно же, эта выставка. Все выставки у нас, не то что у нас, а вообще все выставки, они отличаются всегда друг от друга. Не так давно была выставка конкурса «Жас Толкын» республиканского 6-го. Вот. И рачительно отличается. Но как факт, чем интересна эта выставка, что для меня, допустим, открытие, что скульптор тоже может работать на пленэре. Вот. И когда я поинтересовался Баян Жулдубаевым, она говорит, ну я же ездила, там под открытым небом мы творили. Так что в мою копилку попала еще одна монетка вот, знаний. Вообще, конечно, я как человек, который стремится как бы все больше, 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 вот, можно сказать, жадный в этом отношении, я хотел бы сказать, что пленэр, он всегда, ну это всегда, во-первых, приключение, во-вторых, вот этот пленэр, он чем отличительный? Нам, во-первых, хорошо, Боженька послал хорошую погоду, там один денек только у нас был, ночью дождь и все. Вот. Нам этот пленэр подарил знакомство с Марией Александровной. Это человек, ну я не знаю, вот так смотришь и просто поражаешься, что вот такие люди окружают нас, которые готовы бесконечно рассказывать об этом заповеднике, об этой почве, о том, что полыни там у них, я не знаю, видов 50-120 разновидностей. Вот. Вот такие встречи, они очень замечательны. Конечно, в идеале бы, я имею в виду вот пленэр такой вот,
чтобы он прям пленэр, чтобы много-много всего с него вынести. Это в идеале, если бы управление культуры и управление образования, они как-то вместе, что ли, нашли какие-то точки соприкосновения. Я сейчас поясню. У нас в некоторых районах имеются художественные школы. Вот. И молодому художнику очень полезно, ну и не то, что полезно, оттуда знаний-то он меньше, а вот именно общение там с маститами или просто с художниками, да, оно обогащает. У нас был опыт в том году, когда мы ездили в Миндогоринский район, и нам так повезло, что мы встретились с директором школы искусств, и там как раз у них есть это отделение, они нам дали, они быстро организовали юных художников, вот они вместе с нами там ходили, рисовали, подглядывали, смотрели, фотографировали. Вот, и вот такой вот тандем, он как бы, ну это вообще идеально. И вообще я хочу сказать, что здесь прозвучало, что встречающая сторона, это вообще, как бы, очень многое от нее зависит. Нам всегда везло с встречающими сторонами. Единственное у меня пожелание, опять же, которое адресуется управление культуры, что нам просто жизненно необходимо, помимо нашего города, там музеев современных этих, иметь в райцентрах площадки, выставочные площадки, куда, вернее, где художники могли бы проводить выставки. Это сделать копейки, но результат от этого, забота о сельском жителе, повышение его культурного фона, подрастающее поколение, дети, которые будут ходить и смотреть, что есть у нас в области художники. Они, не факт, что они там захотят художниками стать, но нужно просто обогащать уровень, культурный уровень детей. Вот, и я ратую за это, и думаю, и надеюсь, что когда-нибудь вот, долетит там какая-то ласточка, начнется какой-то проект, какое-то оживление. И хочу сказать, что художники Кустаная, на Кустанайской области, всегда рады в этом содействовать. Спасибо. Ой, какое хорошее начинание. Глоб Владиславович, а у меня предложение сразу появилось. Сделать выставку и у вас в музее. Мы с вами еще это обсудим, правда? Ну и хотелось бы сказать следующее. Вот, уважаемые гости, вы, конечно, обратили внимание на эти фото. Они передают такую атмосферу, да, этого проекта. И вот один из таких очень колоритных на этой фотографии, мне кажется, вы со мной все согласитесь, это один из таких художников, очень заметных, его нельзя не заметить. Это художник-живописец Андрей Арискин. И сейчас я хочу пригласить Андрея сюда к нам, к микрофону. Ну, я не знаю, как это работает, но все, что я хотел сказать, уже сказал Вадим Быков. Вот. И о чем я думал. Ну, хочу поблагодарить вас за то, что мы здесь все собрались. Вот. Также огромная благодарность устроителей выставки и те люди, которые содействовали нашей поездке. Водителю огромное спасибо, конечно. Мы без водителя бы и там никуда бы не двинулись. Очень важно, вот. Замечание. Водителю респект. Давайте водителю поаплодируем. Я передам. Вот. Ну, в общем-то, все, наверное. Хочу еще дополнительно сказать всем творческих успехов. Неважно, в какой деятельности. Вот. Главное — успехов. И двигаться вперед. Ну, а сейчас, уважаемые друзья, мне бы хотелось обратить ваше внимание, сегодня уже Вадим Вячеславович на это обратил внимание. Я не знала, я вам честно скажу, я 15 лет, уже больше 15 лет работаю, но я не знала, что, оказывается, у художников-скульпторов тоже есть пленэр. И сейчас вот я хочу сказать, что этот пленэр в этом году у многих проходил на территории Кустанайской области, у кого-то за
пределами нашего области, и то, не только за пределами нашей области, но и за пределами нашей республики. Так, например, Баян Жугабаевна Баталова проводила свой пленэр в Узбекистане. И я хотела бы сейчас пригласить к нам сюда к микрофону члена Союза художников Республики Казахстан, скульптора Баян Баталову. Здравствуйте всем. Хочу поздравить с этой выставкой, небольшой, но очень интересной. Многие художники открылись очень необычных сторон. Мой пленэр, конечно, я очень жалею, что на Узуме я не попала в этом году, но я была... В каком году мы были? В прошлом году в Мендегаре, еще мы были в Сарыколе, еще мы были в Наурзуне. Да. Ну, как, в каком-то годе. Там мы жили у егеря. У егеря спали в спальных мешках, рано утром выходили с пяти, ну, наши мужчины, конечно, это не я, конечно. Вот. С утра до вечера мы писали, рисовали, в общем, были в этом музее, там, где олень пробивает стекло. Это вообще супер композиция такая интересная. Тоже познакомились, как ее звали? Мария Александровна. Да, да. Мы с ней еще в Чергенте встретились, тоже на одном симпозиуме. И что хотелось рассказать про сегодняшний свой пленэр. Я поехала в Узбекистан, созвонилась с одной педагогом дополнительного образования, которая работает в Назарбаев школе. И она говорит, что ездит каждый год в Узбекистан. Я говорю, давай я к тебе присоединюсь. Оказывается, наши южные с юга учителя, художники, они бывают, ездят, например, в Самарканд, Хива, так, какие еще, Коканд, вот эти города. Но основной такой ремесленнический центр – это в Риштане. Ну, куда я поехала, на том и Самарканде везде есть. Но что в Рифстане, мне понравилось, что там есть, создали город мастеров. В этом городе мастеров выделили большие, ну не знаю, гектарную, там собрались где-то 15 или 20 ремесленников, керамистов только. И им построили двухэтажные дома, где на втором этаже они сами живут, а на первом этаже у них как, мастерские. Там у них и печка, и глина. Они разделились. Один делает глину, другой делает глазури. А глазури у них природные. Вот. У них есть специальные травы какие-то. Вот их обжигают. И из них получают, ну там добавляют что-то, не знаю. Глина чудесная. Вот. Глазурь прекрасная. Художники это вообще ремесленники. Это, они известны во всем мире. Вот я там была 5 дней. И 5 дней постоянно с утра до вечера приезжали из Америки, из Англии, из Франции, из Японии. Он сам разговаривает. Это Алишер Назиров, ну, у кого я была, с педагогом, с Миш. И он приехал, японка, он с ней разговаривал на японском. Английский ему, конечно, переводит. Сама атмосфера, двор, в котором мы жили, там можно, кстати, поехать несколько человек, у него остановиться, можно другого керамиста остановиться, изучить, вот как они, их традиции, наследие, которое они сохранили, сохраняют. Сам город прекрасный, он чудесный, он солнечный, фрукты яркие, сочные. Если вот видели, там граната какая яркая, везде, ну рай какой-то замечательный. Это где-то возле гор, ближе к Таджикистану. И все свои впечатления я вот показала в этой картине. Керамика от Лёган, которую вы видите большой. Потом два еще тоже блюда. А те маленькие такие посуды, это уже то, что я делала в школе, в нашей школе. Маленькие небольшие изделия, которые я сегодня вам представила. Так что пусть продолжается наш пленэр каждый год. Вот. Но хотелось бы еще что добавить к словам Вадима. Хотелось бы оцифровывать все работы каждой выставки и делать небольшие или буклеты
или каталоги небольшие, но на простой бумаге можно. Вот. Мы были бы рады этому, потому что в памяти у нас ничего не остается. Вот это. Вот за пленэр всем нашим спасибо. Спасибо, Баян Кулбанович. Уважаемые друзья, я еще хотела сказать несколько слов вот о следующем. Мне очень хотелось бы сейчас поблагодарить от себя лично и от всех художников, координатора, который помогал нам во всем, чтобы у нас благополучно все прошло. Еламан Хаусханович Куминсбеков, я вас увидела, извините, что я сразу вас не обозначила. Я хочу пригласить вас к микрофону и поблагодарить вас, и чтобы все увидели нашего координатора, кто нам помогал, замдиректора Наурзунского заповедника. Добрый день, я всех приветствую. Хочу поблагодарить ваш коллектив за такое мероприятие. Поздравляю вас с выставкой. Все очень красиво. Желаю вам успехов в творческой жизни, в работе. Мы коллектив заповедника, администрация заповедника, всегда готовы работать с вами. Как вы отметили, вот выставка на базе заповедника, а именно визит-центр в музее нашего заповедника. Приезжайте еще, будем работать в дальнейшем, в каком направлении. Мы открыты, всегда двери открыты. Рахмет, спасибо. Большое-большое, Рахмет. Аплодисменты. Ну, еще хотелось объявить следующее. Хочу больше аплодисментов от вас услышать. Это то, что участники проекта «Пленэр 2024» все, без исключения участники, дарят нам по одной работе фонды областного историко-краеведческого музея. Как сказала Дина, что на этом мы как бы вашим вниманием просим переключить, благодарим вас за внимание к нам и хотим попросить вас переключить ваше внимание на эту замечательную, как сегодня сказали, выставку. Мы благодарим вас за внимание и приглашаем вас посмотреть выставку «Пленэр. Открытый воздух общения». И хотелось бы, как всегда, по традиции, пригласить вас сделать фото на память.